Что, лоб такой горячий? Ау. Ну, температуру померили, 36,8, все нормально. Взяли укольчик. Чего рассказать вам? Утро опять разовылось, потому что Женька уехал, все. Ну, хотя это поговорили, посмеялись. Вот. А, завтра, кстати, у нас мама приезжает сюда, в Российск, наконец-то. А вот. Папа Женьки не может, потому что он работает, вот, к сожалению. А так, если бы не работал, с удовольствием бы прискакал. Уже спрашивают, там, малышка даже ждет нас. Прям видел. Вот. Скоро домой, да, скоро домой. Вот. Скоро домой. Вот. Да я просто отчасти, наверное, плачу. Вот я так разбираться начинаю от того, что я уже не беременная. Ну, жалко, что не беременная. Вот. И такой труд прошли. И крымы-рымы, медные трубы. И вообще не верится, что это все со мной было. Ну, вот как-то, знаете, в шоке еще. О, что просто такая эра в жизни происходит, сумасшедшая. И вот, волнение просто, какой я матерью буду, справлюсь ли я со всем. А вот. Просто много вопросов, которые я себе задаю. И правильно, вот одна знакомая написала, что ну, это нормально думать не только о ребенке, там, о муже, да, о себе. Вот, нужно обо всем думать, это нужно. Вот, роды мне дались не просто так, я вам я говорю, попозже вот соберусь, расскажу. Не надо вот только вот наезжать на меня, что я там не рассказываю. Я говорю, есть моменты, которые хочу, чтобы принадлежали только мне. Спасибо за понимание. А вот. Справишься еще как? Это не первое, не последнее. Совершенно верно, да. Справлюсь, просто же говорю, переживаю. И это лучше так переживать, чем не думать ни о чем, знаете. Ой, Янка, привет. Тоже один был стоять, так же плакала. Вот. Видите, меня девчонки понимают, мои девчонки. Вот. Янка, приезжайте на выписку, спросите у Женьки, когда будет. Будем рад вас видеть. Потому что домой надо. Не знаю. Не знаю, мне здесь хорошо, здесь хорошо кормят. Вот, здесь хорошо, здесь готовить не надо, знаете. Ой, мне уже так эти, простите, соски болят. Просто невозможно. Я стараюсь от груди просто не отрывать. Всю ночь мы на груди просидели. Сейчас тоже. Вот только 2,5 часа поспала, вообще не знаю как-то. Родами легче, да, потому что я в любом момент могу попросить унести, попросить привести ребенка. Да вот, 1000 советов спросить, а как это, как то. Вот. Завтра буду учиться у девочек-акушерочек. Такие девчонки классные работают, все просто. Эти такие отзывчивые, добрые. Ну, прям классные, тоже санитарки девочки классные, ну, как девочки, там, взрослые женщины, ну, очень крутые, вот, они прям добрые такие. Саша, а вам где прибраться, а где вам лучше, о чем еще помочь, зовите. Вот, тут очень удобно, вот, мать и дитя у нас в ПМЦ, что, ну, когда тебе что-то нужно, ты нажимаешь на кнопочку, вот у меня кнопка у кровати, и ко мне приходит, кто мне нужен. Почему малыш не стал? Потому что я сейчас спала. Зачем? Мне спокойно, когда ребенок под присмотром. Я хоть расслабилась. Сейчас Женя сидел с ребенком. Вот. Молоко приходит, потому что чем больше стимуляции соска. Ну, мы так и делаем, да. А вот. Может, вы золото такая сильная. Спасибо большое. Здоровья вам, любви. Спасибо большое. Вот. Так что вот так. Плачу я, наверное, отчасти от того, что задаю себе вопросы различные. Как, что, а это, а то. Вот. Ты стала другая лучше. Нет, я не стала другая. Я все такая же.
тоже ревела, не знаю. Ну, это вот, еще же говорю, выброс гормонов, вот вопросы кругом, а что это, то. Прям вот волнение одно. Переживание, это нормально, в принципе, это нормально. Хуже, когда, знаете, рожают и наобум. Что будет, то и будет, либо оставляют. Вот, а когда ты смотришь на свое дитя просто, я прям теряюсь, я растворяюсь в прямом смысле слова, мне это нравится. Но только мне нравится, что я не сплю. Вот, на фоне того, что 5 суток не спала, уж руки трясутся, знаете. Вот. Слушайте, а если вот, может, у меня молоко приходит, может, поэтому у меня температура? Прям такая чувствую, знаете, это горячее. Вот, сопля это от слез. Плачу от гормонов на 5-й день. Молоко приходит, врачи должны были сказать. Да, что врачи? Врачи смотрят, говорят, жди. Потрогали, вроде что-то это. Типа как это. Твердость есть. Ну вот, я чувствую твердости. Ой. Не, у меня берет грудь, у меня причем жадно берет и просит грудь ребенок, но нечем, понимаете, просто вот вообще ничего нет. Если не можешь спать, хорошо не привет. Я прекрасно это понимаю, я стараюсь, но видите, не получается. Хорошо, Женька вот мне сейчас уложил спать. Вот, даже это мне укол должны были сделать по плану. И то даже не пустил, говорит, потом надо первый раз спать, или говорит, дайте поспать. Ну, укол нужно сделать, Женя, пожалуйста. Не-не-не. Вот, берегите себя хорошо. Скажи врачу температуру, может, плохо почистили? Кого еще там почистили после роды? Вы что? В такой клинике тут это... Не пройдет, почистю плохо. Капли молодого хватает, главный режим. Ну, блин, ребят, ну там микро капли, ну я не знаю, что там хватает. А вот. Кстати, очень много радует, что много мамашечек, которые хотят грудью кормить, которые кормят грудью. Вот это вот круто. Но опять же, я немножко не понимаю тех, которые кормят, там, знаете, до 3, до 4, до 2. То есть, ну, я не понимаю. Там 2 года уже это все сформировалось, что-то молоко давать. То есть, ну, как-то не знаю. Непонятно мне это. То есть, ну, идеально кормить до 1,5-2 года, до года, вот, когда действительно все самое полезное ребенок съедает. И кто вообще, мне вот интересно, пустил в интернет слух, девочка 3800. Я вот что-то не могу понять просто. Мне же интересно. Какая мандавошка это сделала? Срочно горючая в студию.